Ну есть. А дальше что? Все уголовное преступление. Я требую, чтобы наказали виновных. Это уголовное преступление. А что вы решили, что это преступление? Кто его сделал? Потому что 192-я статья УК. Это понятно. Ну, что понятно? Что понятно? Как вы докажете, что было преступление? Человек там сам участвовал. Я отправляла в Генпрокуратуру. Мне сказали, что... Она была на участке наблюдателем. Как вы докажете? Ну, а сколько у нас зарплата? 1,5 миллиона. Сколько это долларов? Посчитайте. Воровать надо. Не знаю, воровать надо. Что воровать? Ну, что надо воровать? Мало денег воровать идти. Мне нравится обстановка наша. И денег нам хватает. Воровать надо. Идите купите. Все кандидатуры, которые представили нам. Палатки подходите, кредиты. Я ничего, например, не увидела. Ничего. Особенно женщина, которая... Тамара много денег? Я не знаю, что она говорит, что ей много денег. Она что знает? Психолог. В Ультаине работают только, понимаете? Работы хватает, работайте. В совхоз пусть идут, так ни один не пойдет в совхоз. Никто. Слухай, ты рот раскрываешь, а ты куда ты рот свой суешь? Потому что так оно есть. Кому эта жизнь надо такая? Ну слушайте, нормально как раз. Правда, не робят, ты бессильный. А это чьи выборы, наши или украинские? Лучше был человек на выборах. Это факт, явный факт, что я знаю, все мои друзья проголосовали, 200 человек за Коротких, и 84 по району. Ну, 94 по району. Ну, или 90. Да я знаю, Коля, как это делает. Но дело в том, что понимаешь, ну, я глядел, прокурор давал. Как они все дадут? Я в комиссию по выборам. Даже в России никто белорусский рубль даже не понимает, что такое. Вот так топчет ногой, выглядит всю вашу бумагу. В России. Ну. В России, в Казахстане, все везде были выборы. Да я не про выборы, я просто выговорю из вашей заработы. Эти деньги не ценятся. Где вы были, что везде-то? Ну, сейчас, кроме эти сюрицы, президент в Германии. Это не сравнивайте одно. Я вот уверен, что победил бы Лукашенко, но с такими цифрами. Так? Не, ну, пускай конечно, бы, нет, это же, бы, ну, не надо же народу так врать. Пускай бы дали те цифры, которые есть. Реальные, да, реальные, все. И, ну, да. Мы не против. Да, это честно, не, все должно быть честной борьбе. Это не элегантная победа, но все-таки победа. Ну, делать дураками нас просто. Того, что, да, это, да, это уже сколько можно. Люди уже поумнели. Я же конкретно сказал, перед выборами, захочу я быть президентом, я буду. И буду я все равно президентом. Да что вы хотите? Хотите, он же сам сказал так. По телевидению. Света, не сфотографируйся на фоне. Я говорю, что я буду президентом. Завтра а это все подстава была. Те, которые... Кандидата. Три кандидата. Одному надо уже ящик готовить, а он еще баллотируется. Это его подстава. Прямая его подстава. Пошел на пенсию. Иди отдыхай, Лукашенко. Правильно? Так он срок пенсионерам продлил это. И тут себе уже, типа, что можно работать пенсионером. Ну, пожалуйста, работай. Так и он под видом этого и себе продляет срок. Вот и все получается. Тут такая его политика, что... Иди отдыхай уже, дай молодому, чтобы здравый ум был. А это ж мозги уже отмирают. А что, ты голоса собираешь или как? Обращает внимание на себя, на проблемы. На проблемы обращает внимание, потому что всем все равно. Все знают и все молчат. А что ты делаешь? Ничего не делаешь. Жалобу куда? Прокурор. А прокуроры под ним ходят. Да, там ты и дело, поэтому я так вот стою. Ты... Знаешь, что стоишь на... Боимся. Даже самое интересное, как они говорят, даже не вышли и стоят. На фронте тоже в бой страстно эти солдаты. Да здесь бы все вышли. Посмотрим, что получится. Они, да не так. Да. Не так. Некоторые... Нет. Ты ничего не сделаешь. Особенно предприниматель. Ну вот она ничего не делает, а пытается. Ну пытается. Ну, молодец. Молодец, я даже могу пожать ей руку туда, сейчас поцеловать. Пожимается. Вот. Если она не против нас. Сейчас вас запишут в черный список. Мы и так в этом списке, мы даже не в черном списке. Я думаю, что все белорусы в черном списке. На каждого заведено дело, не нужно обольщаться.
Не, знаешь что, ну я с тобой 100% с тобой согласен. Откройте нам завод какой, чтобы для рабочие места были. А то, что... Вы же выбрали себе президента, у него попросите. Завода не могут открыться без политических реформ. Никогда. Пока не будет смены власти, это исключено. Даже забудьте об этом. А то вы доказательства. Конечно. А какие вы имеете? Ну, человека есть. А вот смотрите. Есть доказательства. Есть копия протокола, например, по участку номер 2, где за Короткевич было 226 голосов. А вся районная комиссия показывает, что по всему району только 94. Уже далеко ходить не надо. Далеко ходить не надо. Все. Так а что вы сразу не сменили по самому? Так а что уже махать? Что вы выбрали? И сразу было. Писали в прокуратуру, давали прокуратуру ответ. Вот время и прошло. Прокуратура не хочет разбираться. Так, мы обращаемся к гражданам. Да, поэтому... Ну что это, ну, хоть, ну что это 226 человек дадут? Что другого? А вопрос не в том. Вопрос, честно, типа, что любая фальсификация против себя или к себе, это уже уголовное преступление. Все. Преступление против государства, против нас. Уголовное преступление. Все согласны, что здесь под этими преступниками. Что даст? Может, ничего не на Украине каждый раз выбирает президента. Советскому Союзу или нет, или разделиться. Почему тогда молчали? Когда проголосовали, чтобы мы все вместе были, никто... Она тогда еще молодая была, когда про Советский Союз голосовали. А теперь вот хорошо, подождите, женщина, тут уже делят власть. Ну, на Украине каждый раз выбирают другого президента. А Витоя, что воюет? А в Германии? А в Польше выбирают другого президента. А в Германии выбирают другого президента. И в Германии, в США выбирают другого президента. Не, ну так а что толку? Все равно воюют. У нас хоть войны нема. Ну, все равно, вот выбирают каждый раз нового. А что толку? В Германии тоже войны нет. А что толку? Да в Германии нету войны. В Великобритании нету войны. Нет, так что толку? Чего далеко? Чего нам так далеко? В Польше, да. Польше близко. В Польше тоже войны нет. Нет уже порядок набрался. Больше тоже войны. Да, так да, чем Сталин наберется, на одного человека станет бедных меньше. А при чем тут Сирия? А мне интересно, а вам что, потому что перед Лукашенко легче будет? Вы что написано, женщина? Совершено преступление, сфальсифицированы выборы, причем с Лукашенко. Преступление совершено, 192-я статья УК РБ, уголовное преступление. Ну так доказывайте. Так я доказываю. Ну и чего вы доказываете? Вот этим плакатом, что ли? Не, ну вы же мое право, это мое право. Так доказывайте, вы же доказывайте, не стойте с плакатом, доказывайте. Доказательства есть. Есть доказательства. Это вот которые отказываются их рассматривать. Это туфта самая настоящая. Вы вышли и ничего стоите, молчите, сумасват. А хорошо, что вам не все равно, спасибо. Откуда вам надо? Те октябрьские, те с Украины, Она своя, она своя. Пошли так. Своя, да, а что она с плакатами тут? Так ей не нравится, что выборы фальсифицируют. Ну и дура. Что кому докажешь? Сейчас за шкирки возьму до УКПЗ. Сейчас пойду позвоню в Вышку. Позвоните, пожалуйста. Люди пошляются. Здрасте. Буду смеяться. Надо плакать и не смеяться. Будем как дурачки. Конечно. Так у нее есть доказательства. Ну, какие у нее могут быть доказательства? Она была наблюдателем на участке и там... Ну, хорошо, я была наблюдателем не на участке. Ничего. Я не заметила. Приезжал немец-наблюдатель, из Голландии приезжала. И те не заметили ничего. А наши вот замечают. Ну, и это как знак отчаяния, и, чтобы привлечь внимание. Потому что, да, мне кажется, все равно толку. Потому что толку, конечно, большого не будет, но просто сидеть и наблюдать за всем этим уже просто нет. Ай, надо вам это. Чего надо? Ну, а кому? Вам надо? Никому не надо. Я жить хочу нормально. Я хочу, чтобы мой ребенок в нормальной стране жил. Я не хочу уезжать. Я хочу, чтобы здесь нормально. Почему Польша может нормально жить, Литва может, а мы не можем? Что мы недочеловеки? А то, что нет, не делают, тоже они, это уголовное преступление. Все знают, что совершено было уголовное преступление, все молчат. 192-я, да. Там четко и ясно написано. А если мешок картошки украсть, то через год посадят? Да, так через год. Сразу посадят, тут украдил лука. А если украсть голоса, то это уже не так все. У меня это так. Скоро королевство будет. Уже. Уже королевство, а мы... Уже принц. Ну, маленький.